Нет, ну такого я точно не ожидал. Такого я точно не ожидал. Пятый трейлер «Кингсмен. Начало». Пятый. Казалось бы, куда еще столько трейлеров? Но когда ты его видишь, ты понимаешь, да, должны были быть 4, да даже 7, лишь бы увидеть этот трейлер под «Калинку-малинку» с этим Распутиным. Это того стоило. Распутин здесь какой-то не человек. Это такая нечисть какая-то, какой-то из сатанинского ада, пришедший на землю человек, действительно пугающий, который будет сейчас кастовать страшные жуткие заклинания. И как тут не вспомнить сразу же Соловьева с его темами про ужасный Запад и особенно Англию, которая всю свою историю пыталась нас уничтожить. Здесь, правда, прям повесточка такая, кажется, западная есть, потому что выглаженные, выбритые, красивые англичане в шикарных смокингах и будут бороться во время Первой мировой войны и перед ней с врагами и с нечистью, которая пришла из дикой, суровой, снежной России, понимаете, все зло от России. И при этом сделано же так притягательно, что мы-то пойдем это посмотрим, ведь хочется посмотреть на такого Распутина, кому не хочется, все хотят посмотреть. Ну и «Калинка-малинка», не, ну гениально, конечно, да, кстати, это не народная песня, еще сотый раз для всех, кто не знал, эту песню написали в 19 веке, Иван Петрович Ларионов написал ее за год перед отменой крепостного права. Школьники знают, это 61 год, значит, в 60-м написали. Вообще прекрасный был 19 век, золотое время, все лучшее у нас придумали тогда. Ну вот, трейлер отличный, вопросов нету. Трейлер купил, вот сразу, вот это та история, вот как с Димитреску Resident Evil. Ребята продали Распутиным фильм. Просто взяли и продали только что фильмы «Калинка» и «Малинка». То есть люди пойдут в кино. Вот это правильный маркетинг. Вот это школа маркетинга. То есть вот это урок, мастер-класс. Как надо продавать кино трейлером, а не как делать бездарные дурацкие трейлеры. Вот им удалось. Сегодня все это превратится теперь в мемы. Этот Распутин превратится в мемы. Вообще, есть у них какая-то тяга к Распутину гораздо больше, чем у нас. То есть Бонни М сделала свой супер-хит про Распутина и пела эту песню. Теперь здесь такой яркий архетип Распутина. Его хоть прямо злодеем на три части теперь делай в какую-нибудь диснеевскую историю. Идеально подойдет. Вот. Но я еще раз говорю, вот тут действительно прослеживается какая-то странная такая западная повесточка, потому что действительно прекрасные, благородные, выбритые англичане в смокингах борются с нечистью из России. Но мы-то с вами скажем, что да нет, какая, блин, повесточка, просто сделали классный фильм. Действительно так, но вот если бы сейчас у нас вышел такой же обратного эффекта фильм, и мы бы показали таких вот обратно наших красавчиков, которые борются с какой-то вражиной Запада, что все бы мы сказали, ну вот, заказное кино. Даже Грома сейчас ругали за то, что типа, а, Гром, он провластный консерватор, понимаете? Что за кино? Хотя это был лор самого комикса, за что винить непонятно. Поэтому есть тут такой лейтмотив, но я понимаю, что никого это не будет волновать. В принципе, честно говоря, и, конечно же, я на это не буду обращать внимания, потому что очень интересно посмотреть, учитывая, что сама серия «Кингсмен» высокого качественного уровня была, то и «Кингсмен. Начало» должно быть таким же. И, ну, на такого Распутина придется посмотреть. Тут без вариантов, тут без вариантов. А еще раз говорю, это урок мастер-класса для начинающих молодых людей и для компаний наших, отечественных, которые делают скучные, занудные трейлеры. Учитесь, вот так продают фильм одним трейлером. Браво за трейлер, за маркетинг. Здесь за это могу поблагодарить. А вот все дополнительные нюансы и вопросы я, в принципе, озвучу, что вызывает вопросы. На этом, в принципе, все, что можно сказать об этом трейлере. Прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал. С вами был гражданин-режиссер.